13.11. по християнскам календарю 2011. Тош директ. Тократна тема пакт. В неделя 9 януаря 11 по християнскам календарю 2011 съм гледал репортажа о американском човеку, ки некоч пел в тежкоментални скупини, склянил пак с худичем, се на то по чудежу спреобърнил и причел здраво и трезно живление. Кър живимо в свету, кер медии превеч манипулирают завест човештва, съм се одлучил наредить ем преискус. Ин, тухтав съм о тем, да би зазирам на то, да е вечина тех пактов змерен нагнена к неострезнему, к уничвючему, торе к худичу, да видим, али е на тех пактих резкой реснице, се подам в церкев Свети Юрий на Птую и скленем пакт с божанством, торе с Богом и с богиню, не сгол с Богом. И та пакт не стопи в велява, об 14 ури данес, се прави чрез добре 3 минути и пол. И потем да видимо, али гре при всем скупай, кър говоре за медийско тако именовано натегуване и манипулиране, али па е на тех феномених деянско кай реснице. Торе, в църкви скленен пакт за божанство. Съвременно изходище на стопница, озирома изходище на платформа. Тукай кралюе туди кип лева. Ин проверим, али нас в судобнем свету все превеч манипулирают, завайают, изкорищают на подлаге ирелевантных информаций и згодб. Али па дайанско рез делуе, че си прикличеш худича, си под впливом худича, че си прикличеш божанство, си под впливом бога и богини. Пакт е бил скленен некай минут назад, озирома лахко речем в тем контексту некай тренутко назад тукай, в предверио Церкве Свети Юрия на Птую, ин в веляво стопи об 14 ури. Потем па бом видел, али все то устрахование Церкве за грехи, за разными митологическими бити, за ресницо, нересницо, с некими наповедми дайанско држи, али па грез гол за намишлене феномене, кар посем логично е, че стопиш на неко локацию на земли и склинеш пак с худичем, е посем логично да лахко на неки локацию на земли, то би шло туди тука об дървесу, склинеш пак с Богом и богиню, торе божанством. Закай би се сгол омеевали претежно на искание слабега, застрашиочега, уничиочега? И та директ деянско в пренесенем помене, озирома в некем помену, служи туди тему, да на та начин, на та духовит начин начнем проблематико, да живимо в дружби устрахования, деянско то устрахование схая с церкве, бой се худича, бой се худича. И все предредко слишимо, на спротна стран тему, слишимо бой се худича, не слишимо па тако зело изпоставлено весели се Бога и Богиние. Торе, все превече е некега подарка на страху, на одрекане, на скромности. Торе, боди скромен, понижен и устрахован и делай на тем, да те не бо худич добо. Зато е тократни директ символично склинил пакт за божанством, ки бо встопил в веляво об 14 ури и веля туди в глобальному зиру. Тако, пакт е активиран. И сицер за все тисте,
ki želijo v svojem življenju napraviti tisto, za kar so se rodili in rodili. Pak z božanstvom je sklenjen, sedaj pa opazujmo in uživajmo, kaj se bo dogajalo. Umetno vsiljeni strahovi v našem življenju nimajo prostora, saj je treba postoriti mnogo smiselnega in popraviti tudi mnogo napak, ki so se pripetile pred nami.